Государственный ансамбль «Туймаада» отметит свой 30-летний юбилей на днях Якутии в Москве. В канун своего праздника артисты посетили Московский государственный театр. И приглашение туда якутяне получили от известной исполнительницы русской народной песни. На встрече побывали и наши корреспонденты. В Московский государственный театр фольклора «Туймаада» пригласила Надежда Бабкина, с которой у Светланы Павловны Ивановой давние творческие связи. Прежде всего, мы поздравили этот замечательный коллектив с победой и узнали, как же проходил конкурс. Мы по приглашению оргкомитета международного конкурса «Фестолония Джорджия» с 25 по 30 октября были в городе Тбилиси. Как участники конкурса. Успехи наши – это лауреаты первой степени, выше нас никого нет. Принимали участие такие страны, как Израиль, Грузия. Из Грузии было очень много вокальных ансамблей, также хор был представлен. Ирак. Из стран Иран, Казахстан, Латвия. Порадовалась за своих коллег народная артистка России Надежда Бабкина, которой наши артисты подарили чурон и сборник национальных костюмов. Я вас поздравляю, желаю процветания, чтобы вы развивались, чтобы вы удивляли весь мир, удивляли Россию. Сегодня нет такой возможности куда-то ездить друг к другу так часто. Но когда вы приезжаете в тот или иной регион, для всех это удивление, ваше присутствие хорошее, качественное. И понимаешь, что наша страна многоликая, многообразная. Света, ну а тебе желаю терпения, огромное количество идей. Всегда советуйся с молодыми, потому что они дерзкие и хотят заявлять о себе миру. Надо прислушиваться. И свой опыт, свое образование, их мысли созидать, олицетворять и двигаться дальше. Якутия, удачи вам. До встречи. Дружба двух вокальных коллективов «Туймаады» и «Русской песни» еще раз подтверждает, что для творчества нет границ. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.